сотрудниками отдела иммиграционного контроля при проверке информации, поступившей с компетентных источников, о том, что в Республиканской клинической больнице города Абакана получает лечение стационарная иностранная гражданка, гражданка Нигерии. Данная гражданка была задержана, установлена. При проверке специальных автоматизированных баз мы установили, что гражданка Нигерии с 2012 года, уклоняясь от выезда из Российской Федерации, прибывает на территории нашей страны нелегально. В ходе работы с данной гражданкой была получена информация о том, что в городе Абакане она не одна прибывает. В ходе проведения специальных проверочных мероприятий были также установлены еще две гражданки Нигерии, задержаны нашими сотрудниками, и при проверке по автоматизированным базам данных подразделения по вопросам миграции было установлено, что указанные иностранные гражданки с 2012 года, въехав на территорию Российской Федерации, по истечении срока действия виз с территории Российской Федерации не выехали, продолжали находиться с 2012 года на протяжении уже 7 лет незаконно. Более того, одна из иностранных гражданок ранее, в 2014 году, уже по решению городского волгоградского суда привлекалась к административной ответственности по факту незаконного нахождения на территории Российской Федерации. Ей было назначено административное наказание. Личности данных иностранных граждан установлены. Подготовлены материалы для рассмотрения в Абаканском городском суде. Указанные материалы будут рассмотрены. Мы инициируем процедуру выдворения по иностранным гражданам за совершение данных правонарушений в сфере миграции, а они, подчеркиваю, являются грубыми нарушениями. Иностранным гражданам грозит административное выдворение с правовыми последствиями в виде применения мер государственного принуждения, представляющих собой принятие решения о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации.